были первыми. Первыми узрели богов. Первыми приручили их зверей. Первыми спасали души от зла. Мы покорили эту землю и создали империю. Но ветер донес до нас шепот о том, что в тенях появилось братство. Они первыми стали называть себя ассасинами.
Чару. Послушайте же! Слушайте! Слухи из самих фиф! Боги разгневаны! Золотой божественный свет несет истории о невыразимом ужасе! Золотой божественный свет на пути фивы? Надо узнать больше об этом ужасе. Прислушайтесь, египтяне! Мы... Должны удвоить жертвы! Осирису... Thank you.
Здесь все не так, как было раньше. Это свет, который я видел в силе. Люди. Каким они со смертью? Неужели мертвые восстали? Hmm.
Эти воины пропущены темным духом. Чудо, что я выжил. На меня напали мертвецы, одетые, как солдаты. Я тоже встречал их. Как ты оказался здесь? Я искал потерянное войско Камбиса. Это старая легенда. Тысячи солдат, пропавшие в песчаной буре. Я уверен, у них было много золота. Я видел золотой свет. Наконец-то, подумал я, боги избрали меня, я нашел сокровища. Так ты путешественник или разоритель могил? Мне нужно на что-то жить. Я видел множество тел, им сотни лет, а за ними светящийся предмет. Я схватил его, и тут же услышал странный звук. Стоило мне погрузить артефакт в сумму на верблюде, как солдаты тут же напали на меня. Верблюд убежал. Я помогу тебе спастись. Нет. Найди моего верблюда. Принеси светящийся артефакт. Я уверен, это он вернул мертвецов к жизни. Я узнаю, в чем дело.
Оставайся тут. Это сон? Горы песка.
Вот и верблюд. Что они делают? Бедное животное. Вот оно. Проклятье! Огонь! Овладела им! Вот и верблюд. Что они делают? Бедное животное. Вот оно. Что овладело ими? Я должен положить конец этому кошмару. Придется чинить.